Вот и Марк. Да. Вот и Марк. Да, вот это потрясающее место, с этого места обзор на все стороны. Вот этот недостроенный гостиничный комплекс в виде корабля, уходящего в море еще с советских времен. И красота. Красотища. Красотища. Потрясающая панорама здесь открывается с этого места. Вот это можжевеловая роща, черепащая бухта. И у подножия горы Сокол. 474 метра. Самый большой коралл в Европе, как написано в Википедии. Вон там люди ночевали прямо на берегу. Вот она, черепашка.